Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард и Артур Блэк. Мы продолжаем играть в DayZ. Всем привет! В предыдущей серии, как вы знаете, у нас произошла неприятность. Но в результате, как вы видите, свой лут я вернул. То есть мне на это понадобилось пару часов. И смерть пары бандитов. Не думайте, я не убил кепочек, я убил пару бандитов. Джек Шепард у нас в костюме бандита. Объясни нам, почему так произошло. Я пока попью газировки. Я когда зашел на сервер, решил проверить зданица, в котором Артур был в прошлой серии, где он говорил много вкусняшек. И когда я проверял эти вкусняшки, я зашел, конечно, закрыл за собой все двери и услышал, что где-то открывается дверь. Потом услышал, что дверь открывается еще раз, вылез, посмотрел в проход, там вылез какой-то мужик с дробовиком. Начал нацеливаться на меня, уже поворачиваться, и я сделал 3 выстрела в голову, и он погиб. Да капец ты, тягомот какой-то. Сказал бы, пришлось убить бандита. А, но он не бандит был, да? Раз у тебя скин-то бандитский. Он был не бандит, да. Капец. Да, он был не бандит. Тебе же народ заклюет в комментариях. Ну, я все по-чесноку сказал. Ну, ладно. Мы находимся вон там, вон наверху. То есть, вон там. Аэродром, мы находимся где-то в полукилометре от него. Сейчас мы вернемся в Черный замок, нам нужны патроны для нашего оружия. У нас патроны общие, и у него используется тип станак, и у меня. И у нас их не сказать, что очень много, ну не мало, но нормально. Вообще вот эта винтовка, которая у меня, она считается из... Тут как подразделение идет, я видел, и она считается из типа класс эпик уже. То есть одна из самых крутых. Потому что вот у тебя увеличение, по-моему, 0,2, а у меня 4-кратное увеличение. Очень неплохо так помогает. Это хорошо. И бьет она очередями. И одиночными. Сейчас мы давай вот заглянем в этот амбар, что ли. Посмотрим, что там есть. Давай. Но с другой стороны, вот этот вот... От дерева к дереву. Аэродром, да. Самое такое опасное место. Одно из самых опасных в игре. Там постоянно кто-то пасет. А если мы сейчас начнем пулять, то сюда могут прибежать люди. Вот. А расскажи людям, как ты сюда прибегал вчера вечером. Ну, как я погиб, я, в принципе, безо всякой карты за полчаса, нет, не за полчаса, за час, наверное, найдя винчестер, найдя опять Элис Пак, прибежал к этому в итоге аэропорту. То есть уже достаточно неплохо без карты ориентируюсь, могу сказать, что где находится. Пришел и увидел тут хрена. По вашей методе, зрители, наши самые сердобольные, решил с ним поздороваться. Типа, человек человеку друг, все друзья, давайте возьмемся дружно и похлопаем в ладоши. Ну, а мне, соответственно, из MP5 зарядил в лоб, я умер, и все мои час игры на смарку был. Так что еще раз хочу сказать, что если я кого увижу, я нахрен буду просто валить. Без разницы, женщины, дети. Буду убивать. Просто буду убивать. Дети, ну что ж так-то. Это была шутка, если кто не понял. А то опять там бугурт будет в комментах. Так, там зомби. Самое прикольное, когда там один человек 40-летний мне писал, что, мол, блин, как ты мог убить этого человека в этом зубе? Офигеть, как ты опустился, блин, 40 лет человеку, это такой позор. Вот натурально, вот если бы я рядом с ним находился, я бы ему сам фейспалм сделал своей рукой. Блин, ну надо маленько разграничивать, что такое игра, что такое жизнь, блин. Ну, в Counter-Strike вы каждый день по 50 человек убиваете, и ничего, вроде все спят спокойно. Ой, блин, 40 лет, офигеть. Ну да. А мне, кстати, человек писал, что вот тот чувак, которого мы убили, он где-то, ну, в этот же день играл на том же сервере и убил вот этого парня. Но почему-то у него не было бандитского скина, и он сказал спасибо за то, что мы его убили. Не знаю, правда это или нет. Если правда, то хорошо. Ну, не знаю. Тут стоит найти палатку, так сразу человек 10 появляется, который это заявляет свои права, что мою палатку вы ограбили. Да. Так что хрен знает. Пистолеты у нас у обоих глоки. Этот пистолет мне помог ночью, когда я выбирался с этого аэропорта. На нем есть фонарик, он неплохой такой. У нас для него много патронов, то есть обзавелись вещами. Опа, снайперка лежит. Чейзер. Я знаю, я же уже видел ее. Так, ну здесь, короче, ничего особо хорошего. Я думал, тут может быть у нас будут
Так, нам, блин, откуда безопаснее будет выйти-то? Что-то там прыгун спереди. Обратно, думаю, выйдем. Да, в принципе, пофигу, он с такого расстояния. Потому что там справа кто-то тебя. Да, недалеко. Тихо. Ладно, иду за тобой. Тут зомби мертвый лежит. Вижу. Так. Это не очень хорошо. Выстрел я не слышал. Выстрелы мы слышали до того, как серию начали, но они шли все с района аэропорта. Так он по-всякому может быть. Я думаю, сейчас, если нас увидит, нас сразу будет лупить. Я, кстати, не понимаю, сказали, что вот эти вот скины бандитов, обычных игроков убрали. Теперь все скины одинаковые. Да, но почему-то. Ты где вообще? У меня скин сразу включился. Ну, короче, вот такие дела. Я сзади сижу. Ну, я понял, уже увидел. Рядом с цистерной. Так, я жрать хочу, что-то я, блин... По-моему, рядом с этим. Так, тихо. Ага. Сейчас ко мне придут. Прошел вроде мимо. Рядом с мертвым зомби, по-моему, мертвый игрок же лежит. По-моему, там зомби лежал. Не знаю, так. Зомби от тебя отходит. Да, я вижу. Я, там есть что-то внутри? Там внутри есть я. Сейчас я покушаю. Да, в принципе, будем выдвигаться, наверное. Больно-то не будем тут задерживаться. Что-то я проголодался между сериями. Так, придешь ко мне? Угу. Интересно, глок, он сильно шумный? По идее, не должен быть. Но я из него еще не стрелял. Да, я тоже. Я только фонариком его пользовался. Так, в лес. Ага. Хорошо. Отлично. Так, вот где-то вот тут вот мы в прошлый раз бежали, я начал икать и кашлять. Народ там злорадствовал, что вот, ты за убийство теперь умрешь. Простудился, так тебе и надо. В итоге следующая серия началась. Да, дрова есть. И у тебя, и у меня есть спички. И ножики у нас есть. Так что можем приготовить если что. Короче. Ребятки, как жарить мясо? Разожжёл костер. Отдали. Может, поджечь его, не знаю. Да, поджечь. Мясо туда положить. Интересно, а почему у меня все-таки 8 тысяч жизней? Когда я вчера начинал, у меня было... Вернее, заканчивал, у меня было 12 тысяч жизней. А сейчас 8. Так, мы туда идем вообще? Нет, я что-то, блин, как обычно, я Сусаню. GPS, кстати, как вы можете видеть, у меня опять. Джек Шепард поручил его мне, считает, что я с ним хорошо разбираюсь. Я бы не сказал, что я с ним хорошо разбираюсь. Но так, лучше, чем 46-53, я. Вот в этом квадрате мы находимся, значит, нам вектор движения, это северо, северо-восток, примерно где-то на 2 часа. Так, открываем компас. Так... Так вот как-то двигаться надо. И мы туда придем. А кстати, мне кажется, я знаю, почему у тебя здоровье боялось. Ты же говорил, что ты уже ночью играл. Да. У тебя персонаж начинал замерзать. И поэтому, когда ты вышел, дальше там просчитывал, что он тебе мерзнет, убавлял здоровье, может быть. Может быть. История об этом умалчивает. Так, ну вроде как мы сейчас идем в ту сторону, куда нужно, но что-то я никаких пригорков-то особо не вижу. А, в чертов замок, насколько я помню, был на пригорке. А, во все. Да, я думаю, мы его сможем увидеть. Все понятно. Вон там он находится, короче говоря. Только это уже как-то совсем восточно, а нам куда-то как-то вот так нужно идти. А там ничего не вижу. Не знаю, пойдем, короче говоря, по вектору, а там уже дальше разберемся. Ага. Ну, предыдущая серия, конечно, офигеть была. Блин, там столько всего происходило. Это да. Да, экшен, экшен, экшен. Про Сашу Грей поговорили. Да. Кстати, блин, когда мы найдем уже машину или вертолет, нам по-любому понадобится человек или еще, или два человека, чтобы... Ты идешь вообще, нет? Бегу, бегу.
чтобы носить детали вдвоем-то мы точно это не сможем сделать. То есть там придется все из инвентаря выкидывать. И пока ты будешь бегать, уже там кто-нибудь твой вертолет сопрет. Поэтому нужно где-то втроем-вчетвером это проделывать. Надо будет между сериями кандидатуры обсудить. Смотреть кого-то как, чтобы больно мозги не парили. Потому что некоторые любят. Ну да, или пусть люди уже сейчас набирают запчасти, а потом просто готовятся их в нужный транспорт применить. И полетаем, поездим и все вместе. Посмотрим. Так. Я, по-моему, понял, где мы находимся. Все-таки нам нужно, похоже, на вот этот пригорок. А вон там стоит домик, около которого мы в прошлый раз закончили серию. Ну, не в прошлый раз, то есть, а когда я болеть начал. Меня в группу предлагают. Давайте играть. Или подожди, где-то в моей группе какой-то ивент начинается. Твоя группа и ивент начинается. Тоже со мной выскочило. Понятно. Блин, что-то подлагивает на этом сервере, я тебя постоянно из виду теряю. Ты бежишь, бежишь, потом исчезаешь, а потом в итоге оказываешься метрах в 100 спереди. Так, это что у нас здесь за населенный пункт такой? Небольшой. Не знаю, ответь мне. Ну, нам это не так важно, по идее. Ты в кусте или где? Я к кустику подбежал. А ты где? Я у каменной кладки. Здесь кустиков, конечно, я извиняюсь. Да? Да. Фига. И линия с каменной кладки. Все, я тебя потерял, короче. Ну, линия с каменной кладкой, вот она идет. Но тебе я тут что-то не вижу. Он прыгун прыгает. А, вон ты. Вот он я. Прыгун прыгает, ходун ходит. Ползун ползает. Сервер видели, русский, название сервера, что-то вору убивай, что ли, или как он там назывался? Лободи, лободай, нет, там сервер назывался, всех убьем, все заберем. А, ну да, ну мы решили что-то как-то особо туда не заходить, рядом зомби, аккурат. Справа, да. Населенный пункт, сейчас прям через CHD его пройдем. Прыгун, он меня сейчас заметит, похоже. Заметил. Отходи ко мне. Да, с одним туш. Так с одним, другие могут слышать. Он громкий, кстати. Да, достаточно громкий. Да сдохнешь ты, нет, ёлы. Да что ж с тобой не так-то? Почему он жив? Капец. Ну, наконец. Но я ему в голову не попадал, похоже. Не очень... А ты пострелил у него? Ничего нет? Мне сейчас нужно отойти сначала, потому что, ну блин, сколько шума-то было. Достаточно шумный пистолет, но, как видишь, никто не услышал. FPS чейзит с такого расстояния лупанул, вся толпа уже сюда бежала. Так что ладно. Блин, я почти обойму на него потратил. А обойма для этого оружия не так часто лежат. Ну ладно, будем осторожны. Очень даже не часто. Испробовал пушку, короче говоря. Нет у него нифига. Так. Так, ну давай, веди нас, куда нам? У меня опять GPS выключился. По идее, нам, блин, ёлы-палы, ну, мы находимся тут сейчас... Тут зомби подходят. 58, ну, не успеет подойти. 58, 41, 58 у нас... Вот, 41 у нас... вот... Ну да, мы правильно на пригорок шли. Нам, короче, вот сюда куда-то нужно. Справа зомби аккуратно около дерева. Знаю. Иду прям по твоим следам. Так, тут ничего нет. Туалеты типа сортир будем осматривать. Да хрен это может быть. По жатве, в принципе, у нас жатвы не так много. Смотри, там зомби аккуратно. Знаю. Ну знаешь, не знаешь, предупредить лишним не будет.
Вот, да. Такие дела. Предупрежден. Че там? Нет, ничего там нет. Топор бы взять и все, и капец. Ой, кто меня увидел? Кто-то пишет. Когда уже добавят виски как напиток? Так, не убивай этого зомби, он то ли ползучий, то ли прыгун. От них убежать легко. Пошли, короче говоря, к замку. Угу. Как он меня заметил? Ой. Это что было? У него истерика. Так, ладно. Ладно. Я думаю, в этой серии мы туда дойдем. Надеюсь, там никого не будет. Не хочется. Но даже если и будут, разве это уже проблема для нас? Ты что, совсем что ли уже опустился? Убийцей стал, да? Да нет, я в том смысле, что... Скин бандитский. Мы их зачистим. Помнишь в первых сериях, как мы бандитов ругали? А если не бандиты, то зачистим и скажем, что были бандиты. Ну не знаю, мы с тобой с этой недели, когда серию записывали, сколько раз людей видели? Я видел, мы с тобой вместе видели, но огонь по ним не открывали в спину, так что... Да. А предупреждение в чате все же лучше читать. Если не читаете, то это ваша проблема. Да. Да. Вот. Твою ж дивизию, куда же мы идем, а? По идее, мы все правильно идем, но, блин, что-то постоянно как-то смещаемся туда-сюда. Я не знаю. Как ты так... Отдал мне GPS и типа, я возись. Ты просто хорошо устроился. Так, ну... Нет, я же взял GPS тоже трупа и вернул его владельца. Все по-честному. У меня еще и карта есть, если что, если GPS сломается. Вот. Как оно может сломаться? Ну, не знаю там. Сломается как-нибудь. Вот сейчас где-то здесь, на этом пригорке, и будет у нас чертов замок. Достаточно большой, достаточно бесполезный. Ты, блин, ты сливаешься с лесом. Офигеть. Хороший у тебя камуфляжный костюм, чего он тебе не нравится? Круто же. Да нравится. Мне наоборот он нравился, когда я видел, как ты в нем бегаешь. Ну, только ты убоялся. Ну да. Плюс опасные речи. Че в них опасно-то? Сказал, сделал. Мы же вдвоем будем ходить, верно? Да-да. Это нормально, да, все? Окей. Так. Нам ведь никто не нужен. Никто нам не нужен. Никто. Идем себе, делимся едой, водой, патронами. Так, мы выходим на какой-то... Я так понимаю, что мы выходим, куда нам нужно. Да. Ты нас привел. О, слава великому Артуру Сусанину. Да, что-то у меня неплохо получается. Центральный вход у нас чуть правее будет, туда мы не пойдем, потому что в центральном входе там у тебя постоянно какие-то глюки, обойдем типа прыгающих прямо, да. Зомби. Не, можно прямо тут же, прямо вот этот вот вход будет. И тут будет одна... Ты видео видел? Да. Это не мои глюки. Ты видел? Это не мои глюки. Оно было. У тебя компьютер, похоже, такой же наркоманский, как ты сам. Ну подумаешь, я прикармливаю его там дисками с музыкой Сергея Зверева. Что теперь такого? Фу! Что такого? Ничего такого не вижу. Слушать нужно, только Шуру, понял? Шуру, все. Так. Я думаю, мы сейчас... Мы вообще сюда пошли за... Блин, опять какой-то пейнкиллерс вылез. За патронами? Да, для... Попытаться найти станок. Пару, тройку рожков, магазинов. Рожки у Калашникова. Да. Ты бы шел ко мне, нет? Рожки с мороженым. Да. Есть еще. Вот эта башенка. Аккуратнее будь тут. Тут потому что часто бывают перестрелки, говорят. Ну я представляю. Так, давай я буду вперед вылезать. Ты все-таки в бандитском скине.
Если чё, кричи, мы с миром, я выскакиваю, убиваю всех. Типа такой тактики ты хотел? Джек Шепард, ты кровожадный, капец. Да я не кровожадный, ну что ты? Я тебе просто говорю. Так, сначала давай вот посмотрим, что у нас тут может быть. Давай. Потом пойдем в башенку. В башенке, скорее всего, найдем что-то хорошее, если тут, конечно, никто не подбегал уже по луту, не попрекалывался по-нашему. Если ты на лесенку попадешь уже. Да, капец какой-то. Фу, так, что-то тут нифига нет. Ой, куда я попал? Здесь дрова только больше тут. А, нет, здесь еще бухло пустое. И патрон для винчестера. Дрова тебе нужны? Сколько они слотов занимают? Я уже взял. А что тут наверху, разве нет ничего? Нет. А, два занимают они. Тут нет ничего. Так. Ты идешь? Да. А это у меня опять. У нас лаги, похоже, серьезные такие, да? Теперь вообще исчез. А вон вижу где-то. Стыгана, стыгана. Сервер от какой? На какой мы сегодня зашли? Не знаю я. Я уже забыл. Так, там зомби ходят. Все вроде. В остальном спокойно. Да вроде как. Да блин, че застрял-то тут? О господи. Да я тоже что-то сегодня в лестницах застреваю, офигеть. А, посмотрел я ролик по третьей армии со светом, так где они технологии показывают. Ага. Довольно-таки неплохо выглядит. Да? В армии всегда графон был. А тут какие-то патроны. Когда арма вторая вышла, в ней как одна из самых красивых считалась природа. Потому что в Крайзисе она как-то все-таки искусственно довольно-таки. Так, тут у нас что? А здесь так по-родному. Ну. Ты зашел, нет? Да я внизу тут ползаю, тут патроны какие-то лежат. Вот, блин, здание. А М1911 здесь есть. М1911 для него три магазина. Так что можешь заменить свой пистолет на этот без потери патронов. Мне пока это нравится. 911 найти не проблема, по идее. Так, поднимаешься. Так, что у нас тут? Да, я тут. Ладно, смотри, что это такое. Что это? Консервы. Это карта. Карта? Карта, это неплохо. Да. Газировочка. Это на что? Магазин для кольта, еще один, офигеть. Прям так вот, хочешь не хочешь, кольт возьмешь. Раз такое количество патронов. Вот и говорю тебе. Блин, глок крутой, пластмассовый. Ты там что, пьешь что ли? Газировочку выпил. Ну это дело святое. Так. Респак, опен. Я бобы с мясом взял. Так, магазин ПМ, магазин Ленфилд, фляжка пустая. Шо? Тут мусор какой-то, поднимайся наверху. Anybody home? А, чисто. Здесь лежит бинокль. Нож, да? И револьвер. А, револьвер. Бинокль-то у тебя, у меня есть, поэтому хрен бы с ним. Че, осмотримся, да вниз пойдем? Осмотримся, пойдем вниз, и я думаю, к Красноставу надо двигаться. Вот тут вот в северных землях мы еще мало были. Это у нас получится, мы будем двигаться строго на восток. Так, я сейчас присяду, чтобы какой-нибудь снайпер мне голову не отстрелил, пока я тут осматриваюсь. Так, мы сейчас находимся в чертовом замке. И если мы вот так вот пойдем через Гвоздно,
Достаточно недалеко, кстати говоря. Я думаю, на следующую серию вот это вот у нас все идет. В Красноставе я хочу осмотреть. Здесь есть за Красноставом аэропорт. Ну и в самом Красноставе, конечно же, машину посмотреть. Так, ну это, короче говоря, строго на восток идешь и туда придешь. Чуть-чуть на север еще маленько нужно поправку делать. А так в основном, короче, восточнее у нас оно. Так, Ага. ну сейчас мы выходим и двигаемся куда-то вон туда, в ту сторону. Да, вокруг вроде бы людей нет. Надеюсь, их так и не будет. Да уж, их нафиг. А ты пустую фляжку выкинул? Нет. Или она лежала тут? Лежала, наверное. У меня фляжек 5 штук полных. Да, ты чё? Нормально. Тихо. Это ты? Что-то у меня справа был звук бега. Ну это ты, наверное, да? Ты просто надо мной прошел, скорее всего. Наверное. Наверное. Чисто? Хрен поймешь. Ой, блин, не глюч, пожалуйста. Все, вроде бы чисто. Да вроде нормально все. У меня лазер на целую ЦУ на винтовке. Так нахрен не нужен. Круто. Я его не включаю даже. Да, конечно, палево сразу. Особенно ночью. Ночью-то да. Луч такой за километры видно. Так, ну что, выходим? Там зомби. Давай за тобой. Осторожно. Он нас услышит. Беги обратно. Чтобы не куснул. А то куснет, простудишься, придется антибиотики искать. Ну нафиг. Ой, бля. Че я сегодня не могу попасть в лестницу? Шмальнешь его? Или сейчас возьму. Ладно, я его шмальну. Да, капец, я сегодня косой. Три выстрела не ушло. Офигеть. У меня маленькая опять убийство сбросилось. Я в предыдущей, ой, то есть между сериями пока шел, я в пустошку зашел. И там пристрелил одного зомби, в коровник забежал. И все население пустошки побежало на меня, это офигеть. Короче, вот эти вот 60 убийств зомби, там даже 64, по-моему, было, просто как-то откатило из-за того, что я на другой сервер зашел. Вот это все я сделал на одном сервере, я там убивал минут 10, просто, блин. Обалдеть. Ну сейчас у меня 60 убийств, из них хедшотами 58. И то вот это вот два сегодняшних убийства я сложал. А так, блин, ну да. Все просто было. А пейнкиллеров нет, написали мне. У тебя нет пейнкиллеров? А, не хватает, ошибка файла. Была? Ну не хватает файла. Ну, у меня такая же была. Так. GPS, жить. Че, рванем в лесок? Да, в лесок погнали. Сейчас по дороге еще что-нибудь найдем. Ты время там не засекал, как обычно, наверное, да? Засек я все, ты же попросил. Ага. 28 минут 40 секунд. Ох, у тебя жареное мясо есть, нет? Да. Много? Один кусок, который я с трупа подобрал. С трупа? Так и думал, что у тебя со здоровьем все плохо, если ты к нам подбежишь. Дай мне его, я его сожру. Давай. Так, открыть респак. Ага. Открыть свой респак. Взять жареное мясо. Держи. Так. И где оно? Ну, а, вот оно. Понятно. Хоть маленько прибавлю крови, а то что-то вообще капец. Приятного аппетита. Да, блин, с трупа. Жареное мясо с трупа. Офигенно. Ну, 8800, да? Или 8800 было? Нет, 8800 стало. Ну ладно. Сейчас какую-нибудь хрюшку убьем. А потом наши ролики начнут банить Гринпис. Да. Ничего, я это переживу. По нашу душу.
уже много бугуртов за это прохождение случилось у народа. И у пацифистов, и у наоборот, да. У любителей экшена. У каждого свой разрыв шаблона. Но в итоге смотрит, слава богу. Так, нам, короче, как-то вот так нужно идти. Вон, видишь, там лесок вдалеке. Добежим до него? Да. Давай. Так, я смотрю на предмет ходячей еды. А слева у нас что там? Амбар? Вдалеке? Не амбар. В этот домик, по-моему, даже зайти нельзя. Туда даже зайти, по-моему, нельзя. Да, нельзя туда зайти. Блин, насколько прикольно с увеличением, когда оптика у тебя. Четырехкратная, уже круто. А вдалеке, чуть справа, здоровый дом будет. Ну, зайдем, если он интересен будет. Кто в зубе с револьвером? Айсмок спрашивает. Да, я думаю, некоторые люди после того видео будут поаккуратнее уже с чатом, со всякими зубьями, а то я не знал. Я не знал, что такое зуб. Так. Вот этот наш амбарчик. Ну да, он не открывается, он нафиг не нужен. Сейчас мы в Грозно придем такими темпами, такими макарами. Там будем осматриваться? Ну посмотрим, если машина есть, мне кажется, там можно будет сверху осмотреть с опушки, потому что тут как-то все низины до вершины. Мне кажется, он в низине будет расположен, вроде как по карте осмотрели. Было так, блин, кошка, офигеть, уйди от меня, пожалуйста. Ой, моя кошка, это капец. Твой кот не хуже, ой, не лучше, блин. Орать начинает постоянно. Да. Запихался. Так, там вышка слева. Вдалеке. Слева вдалеке. Где-то это у нас. Заражим деревом. Ага, вижу. Надо бы сходить. Только надо зомби вот этих обойти. Я двух зомби вижу. Видишь их? Короче, вижу, пока вижу. Что бежим по центру. Можно сейчас по центру. Ну. К лесочку, да. А там уже дальше. Я не думаю, что в этих землях будет очень много народу, потому что на севере, если кто и тусует, то тусует на том аэропорту. И там я человека видел на форуме официальном DayZ, у которого минус 150 тысяч человечности было, что ли, пока человечность была. У него Барретт, он постоянно выходит на охоту на этот аэропорт и убивает все, что движется там. Такой, короче, охотник, мать его за ногу. Не знаю, но вот. Он бегает, потом среди что-то собирает или. Ну, пожрать там. Сидит, просто убивает. Просто сидит и убивает. Вот такой, ну, не знаю. Я сначала говорил, что я бандитов не понимаю, но теперь ты у меня бандит, да я и сам бандитом успел побывать. Но вот да. Чисто сидеть и как-то, блин, устраивать очередной Counter-Strike только на больших территориях, это, по-моему, глупо. Хотя, кому как, каждый получает от игры то, что он от нее хочет. Зомби достаточно близко, надо сказать. Да. Ну, нет, нет. Самое главное, что игра дает разгуляться. Да, игра, блин, это такой сэндбокс, что... песочница. Что хочешь, то и делай. Скоро, говорят, базы введут. То есть, прикинь, можно будет. Ну, это привяжет, конечно, каждого игрока к определенному серверу. И будут очень большие проблемы со входом именно. То есть, если куча людей увидит, допустим, что мы на этом сервере играем, там сюда долбиться будет. И в итоге потом мы сюда не сможем зайти. И, короче говоря... Так, ты поднимаешься? Ну, давай. Да. Слева, справа, спереди вроде чисто. Меня пока что вот именно устраивает, что... Мы вошли этот... довольно далеко. Что... Пусто. Пусто? Ну, ладно. Да. Что на какой-нибудь сервер заходишь и играешь, а так, если к одному серверу привяжешься, то это будет, конечно, уже не то маленько. Именно в плане того, что очень много нехорошего. Блин, опять GPS вырубился. Я не замечаю, как он вырезает. Сейчас-то вы сколько, считай, сидели, пытались зайти на сервер. Да.
Минут 20-то точно. Да каждый раз так. Ну, сегодня суббота на момент отснятия этой серии. Увидит ее народ в четверг, наверное, где-то. Да. Ну, короче, в субботу народ дофига играет. Тут неудивительно. Так, вот тут сейчас где-то должно быть гвоздно. Если мой... Так, сейчас посмотрю по карте. Вон оно, по-моему. Да, мы где-то уже должны выходить. Нет, это какие-то опять... На него. Так, у нас, короче, давай тогда смотреть по карте. Так, мы в квадрате 7-7-34. Так. Не... Мне так, 77. Блин, да ёлы-палы. Что ж я такой, Сусанин? Точно 77? 77-34, да. Это мы находимся вот тут. Что-то как-то. А Гвозно у нас будет прямо на восток отсюда идти, и мы прямо к нему придем. Через... Через дорогу еще надо будет пройти. Да, через 8 квадратов, короче говоря. Так, вот так поворачиваемся и идем. А мне хочется вон туда, вон там, видишь, ангар. В этом ангаре может быть жатва. И вроде как он безлюдный, может туда выдвинемся? Давай. Или обойдем? Давай выдвинемся. Ну давай, придется пересечь поле простреливаемое. Вся надежда на то, что тут никого не будет. Так. Ну, я думаю, мы туда быстро добежим. Вот до Гвозна добежим, и я думаю, прекратим эту серию, потому что по времени, мне кажется, уже... Сколько времени прошло? 4 минуты еще осталось у нас. Ага. Ну, как раз там... Ну, если 40 ровно брать. Плюс-минус 5 минут еще. Так, короче говоря. А вон я уже и вижу этот город. Мы сейчас, считай, с тех амбаров нужно будет пойти и придем в этот Гвозна. Ну, до амбаров дойдем, и там, короче, уже завершимся на сегодня, наверное. Так, лучше вот по этому мини-лесочку двигаться. Кстати, сколько у нас сейчас время? Пола. Игровым часам 2 часа 10 минут, да? Да. 9 минут вообще-то. Плёхо видно. Кстати говоря, да, вот, блин, кто-нибудь подскажите в комментариях, почему у нас вот эти вот все предметы такие мелкие? Я вот видел, допустим, в том же стриме у 105-го, что у него компас, он у него натурально на пол экрана, и по компасу можно направление определять. То есть, допустим, вот я ставлю компас, нажимая на кей, у меня там риски. Можно задать направление такое-то и туда двигаться, и тебе, и мне, чтобы было понятно. А так мне приблизительно хочется, потому что оно мелкое очень. Это неприятно. Или те же самые часы. Вон какая мелочь. Офигеть. Возможно, это увеличением интерфейса решится, но не думаю. Тогда и размер чата увеличится. Ой, нет, только не это, блин. И дебаг-монитор. Дебаг-монитор меня устраивает на том месте, на котором он постоянно сжимается и сжимается. То есть сначала вообще огромный был. Сейчас все меньше и меньше параметров. Потом, да. Я думаю, его уберут вообще. И это хорошо? Хорошо. У тебя морда, кстати говоря, в правом нижнем углу твоя нейтральная или там... Злая. Злая. Злодейки. Значит, все-таки хьюманити не убрали, просто его, видимо... не показывают больше. Кушать хочешь? Да, покушал я. Фасоли наелся, это будет интересно ночью, дружочек. Смотри, блин. А, теперь ты у нас бандит, теперь мне тебя бояться нужно. Бандит с фасолью. Так, блин. Ну, короче, вот до этих елочек. Я тут напрямки, что ли, через поле или через лесок. Что же там может быть? Я надеюсь, там лежит РПГ. На кой хрен тебе РПГ? Зачем оно тебе?
С двумя выстрелами. Один мне душу отвести, другой тебе. А, ну если так, только тогда. Надо было тебе из этого пострелять. Из гатлинга, чтобы ты успокоился. Я после гатлинга уже все остальные пушки говном считаю. Поэтому мне как-то уже не жалко было терять вон ту М4, которая у меня была, которая как у тебя. И сейчас, если убьют, мне это будет не жалко терять. Потому что гатлинг лучше, а из гатлинга я стрелял. Значит, будем делать так. А, ты, допустим, находим вертолет, ты садишься за миниган. Я иду в ближайшую деревню, собираю там всех зомби, прибегаю, ты их всех пидишь. Зомби потом меня заметили. Вот деревни, деревни. А, возможно, мне не стоило этого делать, потому что, блин, может там в деревне кто-то есть. Почему ты вообще в полно разбежал? Заговорился, называется. Блин, прицел непривычный, поэтому я промахиваюсь все время, видимо. Так, еще один. Захожу. Заходи. Шумный пистолет, шумный. У него как-то он не сам выстрел, а после него в течение полусекунды эхо какое-то неприятное такое. Так, ну по зомби тут вроде все. Тут банка газировки, кола. Я ее, пожалуй, возьму. И сразу... Здесь опять что-то с пингом видел. И сразу ее выпью. На всякий пожарный. Спортивный арбалет лежит. Да пей ты ее, мать твою. О, у нас, похоже, все серьезно с пингом, потому что он меня пить не хочет даже ее. То есть сейчас он ее выпьет где-то, наверное, минуты... Не минуты, а секунд через 30 просто это у меня покажется, нет? Ну-ка. О, я лезу в инвентарь, у меня он в инвентарь не лезет вообще. Давай Ку-Е попробуем. Ку-Е. Ку-Е. А вот открылся нормально инвентарь. Нормально вроде. Но вот с этими вещами, короче, очень долго все. Ну-ка вот поставлю выпить банку газировки, посмотрим, через сколько он ее выпьет. Давай. Задержки капитальные. Так, не выпил еще. Все еще не выпил. Ничего не происходит. О, начал пить, звук пошел. Офигеть. Но ты сидишь. Ой, я две банки газировки в итоге выпил. Еще раз. Третий? Еще. Ты что творишь-то? Четвертый? У меня нет стука. По-моему, это уже... Пятый? Давай как раз завершим. Сейчас я посмотрю. Тут у нас... Ну-ка, шестая будет. Шестая пошла. Шестая пошла. Подожди, куда ты... Блин, куда он садится? Седьмая, офигеть. Не описися потом. Сейчас серия заканчивается, как в этом. Наша Раша, там же есть этот, который с телевизором разговаривает. Как его там, Светлаков играет. И он там в одной серии смотрел футбол, короче, не мог отойти, ссать хотел. И потом ждет, такой пританцовывает. Потом гол, он такой за диван падает, а тут струя такая. Короче, вот у меня так же, все, серия закончилась, я такой... Ой, ладно, давайте мы на этом завершим эту серию, короче говоря. Вроде у меня персонаж успокоился, все, что мог, выпил. Теперь у него живот, наверное, там, от этого газа. Офигеть какой. С вами были Артур и Джек Шепард. Попрощайся, уважаемый Джек Шепард. Всем пока. Пока.